По распоряжению Владимира Витальевича Слепцова, главы Солнечногорского муниципального района, на территории района проводятся мероприятия по благоустройству территорий, в том числе по торговле. Сейчас мы демонтируем объекты, которые незаконно размещены на территории городского поселения Солнечногорск, которые давно обращают внимание жителей, они мешают проходу, проезду, и вот на сегодняшний день эти объекты будут в течение 3 дней убраны. Мы запланировали 25 объектов, вот пятница, суббота, воскресенье, будут демонтированы. Но это не означает, что не будет никакой альтернативы, что люди могут будут беспокоиться, что не будет у них союз-печати или каких-то либо специализированных магазинов. Нет. Нами уже утверждена вся нормативно-правовая документация по законам проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов. Уже утверждается архитектурный облик, который будет соответствовать не только санитарным, но самое главное эстетическим нормам, который будет украшать улицы нашего района. И в ближайшее время, я думаю, что максимум это там будет 1,5–2 месяца, будут уже размещаться павильоны нового образца. Юлия Унрау, Олег Макаров, Анна Журавлева. Наше время.